Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в первую часть игры Бревланд. Поехали. Так, выберем с тобой нормал. Вы выросли в маленькой деревеньке на окраине, где каждый живет тихой и размеренной жизнью. Беда пришла внезапно. Свирепая банда грабителей напала на ваше селение. Разграбив амбары и убив сопротивлявшихся, они скрылись во мраке. Но мириться с судьбой не для вас. Надев старые отцовские доспехи, вы решили отправиться в погоню за злодеями. Вот так вот начинается наша история. Судя по следам, бандиты направились на восток. Пора в путь. Да, это не бандиты, а звери какие-то. Мы еле ноги унесли, спрятались в стогах сена, пока они не ушли. Наши амбары грабили, пока вы лежали на сеновале. По вашей вине всю деревню ждет суровый голод. Об этом мы как-то не подумали. И что же теперь делать? Мы еще успеем догнать бандитов, за мной. Крестьяне присоединились к нам. Мать моя Гертруда, как мы могли забыть? В этом лесу водятся огромные волки. Хватит. Пара голодных волков не проблема для нас. Вилы к бою! Будьте крестьяне теперь отдуваться. Так, может справиться с овцой, но быка не одолеет. Чего уж говорить про крестьянина, да? Мой отряд крестьянин. Цифра обозначает количество бойцов в отряде. На подсвеченной клетке можно перемещаться. Это мы все с тобой знаем. Для нас это не новость. На тебе. Все. А, у нас еще один волк там стоит. Я его и не увидел, если честно. Ты посмотри, что творит, а. На тебе. Ну что, ребят, первая победа, естественно, изичная. Так, ну-ка. Ой, а я тут это самое, ну, в засаде сижу. Вот сказочник, видать со страху, бежал, куда глаза глядят. Вот и угодил в волчий лес. Ничего подобного, я просто заманивал врагов в западню. Ну типа, ладно, хорошо. До нас дошли слухи, что бандиты ограбили вашу деревню. Неужели это правда? Они забрали все, что мы заготовили на зиму. Сопротивлявшихся убили на месте. И как они проскочили мимо нас? Видимо, шли ночью, хорошо подготовились. Звучит скверно. Может, не будем их преследовать? Ну уж нет, просто так они не уйдут. Мы поможем вам. Несколько хороших стрелков будут, кстати, в любой битве. Лучники присоединяются в размере 5 штук. А вот и разбойники впереди. Эй, вы, горстка слабаков. А ну-ка, выворачивайте карманы. О нет, это кривоглазый Сэм. Похоже, его опять выпустили из тюрьмы. Спокойно, даже целые шайки грабителей не одолеть нас. К оружию. Вы хотите по-плохому? Хе-хе-хе. Так будет даже интереснее. Ну что ж, давай посмотрим. Не гнушается любой работенки. Хитрый грабитель с больших и малых дорог. Так, подожди, а мы хоть одолеем здесь их? Так, стрелять. Давай-ка мы, наверное, с тобой волков этого. На тебе. Блин, как же он далеко бежит. Отвали ты, а. Ну-ка, давай его вилами. На тебе. Сюда шмальнем. Разок, другой. Да сейчас. Хорошо, что он со спины не может, да, нас атаковать. На тебе. Так, лучник берем. И стреляем. Все, ему крышка. Сосунок. Докрекался. Так, а тут кто-то у нас связанный, смотрю, стоит. В лагере бандитов вы обнаружили плененного человека. Фух, я-то думал, эти бандиты меня убьют. Постой, ты Нолан из западной деревни? Я слышал о твоем отце. Говорят, он был хорошим воином. Да, мой отец научил меня кое-чему. Хотя я частенько сбегал с его тренировок, чтобы послушать новые легенды от старосты.
Знаешь, когда-то я был отличным стрелком, пока не получил стрелу в колено. Думаю, я смогу научить ваших лучников одному трюку. Лучники изучили новую способность. Выстрел ярости наносит повышенный урон цели. Это он нам за спасение отблагодарил. Ну что ж, неплохо. Кузнецы. Ого, сколько лишнего металла. Бряцает. На перепродажу отлично пойдет. А ну-ка, парни, снимайте с этих олухов все лишнее. Твоя наглость сравнится только с размерами твоей бороды. Придется ее укоротить, чтобы не мешало. Здравствуйте, приплыли. Я думал, кузнецы будут за нас. Обладатель твердой руки и волшебного молота. Слушай, а мы справимся здесь? Нет, ну это я понял, что мы можем применить. Ладно, сюда. Тьф. Минус. Так, я буду, наверное, выдвигаться потихоньку вперед. Что там особая способность? Перезарядиться через несколько ходов. Я понял. У-у-у, какой он тугой-то. Я в плане на разборку именно. Вшивый, ну-ка замолкни. Не, ну ты посмотри на него. Отлично, всхлопотал. На тебе. Так, нам нужно его бомбануть как можно быстрее. Так, кузнец, вали нафиг, а. Идет там. На тебе. По башке такой, представляй, по башке кувалдой. Ну, вилами в брюхо тоже неохота было бы получить. Так, и опять тут разбойники. Да ты посмотри, а. Вы из ограбленной деревни? Мы видели повозки с различным добром своими глазами. Эти бандиты хорошо вооружены и организованы, а главное, у них из наемников суровый вояка. Обозы, наемники, неудивительно, что они застали нас врасплох. Готовились заранее. Да уж, думаю, мы сможем их выследить. Тут есть тропинка через лес, мы покажем путь. Следопыты присоединяются к нам. Ну что же, шикарно. Бросились в погоню, чтобы забрать свои вещички назад. До командира дошли слухи, что горстка крестьян идет по нашему следу. Глупцы, мы уничтожим вас. Значит, ваш главарь думает, что нас остановит горстка неумелых стрелков? Ну-ну, возьмем неумением, а числом. Ну давай, давай, возьмем неумением. Так, подался в разбой, едва научившись стрелять. Еще, как говорится, молоко на губах не обсохло, да? А уже туда же. Начнем потихоньку разбирать их. Количеством будут брать, да, значит? Так, ну мы сейчас туда зайдем к ним. Вовнутрь и начнем потихоньку шмякать. Чух-чух. Так, крестьянин, давай-ка сюда. Шмальнем. Так, бедный крестьянин, а. Так, следопыт. Погнали. Есть. Кританул, так не кисло, я тебе скажу. Ну-ка, давай сюда. Да что ж такое-то, а? Чух-чух. Как говорится, берем на ножи, да, чувачка? Е! Пойдет? Выстоял. Это ненадолго. Так, он сам себя в тупик загнал. Все, парень, тебе крышка. Отсюда ты никуда не уйдешь. Тебе некуда. На. Пора с ним заканчивать. Вот и все. Уровень получаем. Лидерство плюс 20. Так, атака плюс 1 или стойкость. Увеличивает сопротивляемость физическим атакам. Увеличит урон ваших существ. Наверное, я возьму атаку. Так, у нас здесь интересный подход. Мы можем пойти сюда, можем пойти туда. Я, наверное, все-таки сюда щеманусь пока. Таверна — хорошее место для найма новых бойцов.
За хорошее жалование и кружку фруктового эля мы с радостью присоединимся к вам. Пожалуй, наймем кого-нибудь из вас. Малыми силами бандитов не одолеть. Такс. Отлично. Шикарно. Так, нам идти сюда или сюда? Я, наверное, пойду все-таки вот этих гоблинцов попробую шмякнуть. Что это ты ищешь, человек? Не тот ли сундук, что выпал у бандитов? Хе-хе-хе. Не найдешь. Мы спрятали его во дворе. Ой, по-моему, я сболтнул лишнего. Теперь придется вас убить. Хи-хи-хи. Ну ты тугодум. Хитрый обитатель лесов и пещер. Хитрый обитатель? Ну так сейчас мы тебя на ножи тогда. Раз ты хитрый обитатель. Что это такое? Ускорение включил, да? Ускорение включил. Понял. Так, крестьяшка, давай-ка выходи. Тих. На ножи. Так, два раза, ты не припухли бомбить? Так, опять это ускоряет, сейчас обиженные, наверное. В чем-то так и думал. Ты посмотри, у них у всех ускорение. Дай-ка я отойду. Готов, прыщ. Бедный крестьянин, а? Хомутает бедолагу. Ну-ка, вали этого. На тебе. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ты посмотри, это... буржуй какой-то неубиваемый. Сейчас мы его заколем. На! Есть контакт. Так, ну что... Ладно, ладно, человек, хватит. Мы же пошутили, дело соседское. Хочешь, забирай тот сундук. Только чур сам выкапывай. Да ради бога, выкопаю, мне-то че? Мне не тяжело. Похоже, в этом сундуке что-то ценное. Опять копать. То картошка, то морковка, теперь сундук с сокровищем. Надеюсь, обед уже скоро. Вы нашли сундук и получили 100 золотых. Вот это вот по-нашему. 100 золотых лишними не будет, потому что мы сейчас с тобой еще здесь немножечко затаримся. Совсем чутка. Так, максималка крестьянинов, да, у нас? Так, а что у нас по... Вообще ничего нету, да? Так, ну здесь разбойники. Командир Фром знает, что вы разгромили его ребят и назначил хорошую награду за ваши головы. Это еще кто такой? Его парни обчистили ваши грязные деревеньки, если ты не заметил. Тот самый главарь бандитов, похоже, он крепко испугался, раз послал вас за нами. У командира нет времени, чтобы возиться с горской деревенщин. Нам заплатили золотом, чтобы выследить вас. Остальной куш мы получим за ваши головы. Опытный грабитель, выискивающий слабую жертву. Стреляет. Стреляет, да? Значит, ты говоришь, там сундук лежит у них. Давай-ка я встану сюда. Угу. Так, ну что же будем делать? Крестешка, давай иди сюда. Стрельнем. Давай закалывать этих супостатов. Да ты хорош. Блин, из-под тишка, да, со спины. Золотишко всегда нужно будет. Так я этого добью, наверное. Да хорош, свистунка-то загонять. На ножи его. Да куда это ты... Гляди-ка, они тырят наши монеты. Я не должен этого позволять им. Мне этот сундук нужен?
На тебе. Что у нас тут? 40 монеточек. 40 монеток. Это тоже очень круто. И еще уровень. Так, лидерство плюс 40. Стойкость, знание, увеличивается определенность магическим атакам. Нет, лучше вот эту я возьму, стойкость. Хм, а что у нас тут? Из-под прилавка выползает взъерошенный продавец. Снова вы? Я отдал вам все, что у меня есть. Ой, вы не те головорезы. Эти сволочи обобрали мой магазин подчистую и забрали даже эликсиры для роста бороды. Впрочем, кое-что я припрятал. Вот, этот меч, конечно, староват, но любая экипировка командира вдохновляет отряд на свершение. Неплохая штука, и будь уверен, этим мечом я хорошенько проучу главаря бандитов. Бесплатно? Так, мне доступна экипировочка. Первый наш старый меч. Дает нам одну к атаке. Окей, так, мы можем пойти сюда, можем пойти сюда. Кузнецы, блин, кузнецы мощные ребята. Я, наверное, думаю, что мы начнем, наверное, через бандитов орудовать. Хотя, подожди, может быть, что-то есть. Ага. Такс, окей. Эти чертовы следопыты портят весь наш бизнес. Вводят торговцев тайными трупами. Приходится грабить простаков вроде тебя. Ты уж не серчай, дружище, работа. Такой, знаешь, ну... Бизнес есть бизнес, да? Ничего личного. Ну куда ты бежишь-то, хламонище? Куда ты разогнался-то? На тебе. Навил его. Так, промахнулся. Блин, а этот попал. Ну-ка. Да ё-моё, опять они этого взяли, а? Так, отойди. Давай прицельным. Блин, стреляет в лучника, ты посмотри, а? Есть. Он не отстанет, да? Вот так тому. По делам. Секундочку, сейчас подумаем. Так, ну если этот станет сюда и вот так вот. Но он же у нас не бандит, поэтому нету, наверное, разницы, что мы будем спереди бомбить его, что сзади. Это только уроги. Есть, наверное, эффект бэкстап он делает. Хотя рейнджеры... Ладно, на тебе. Так, можно было бы, конечно, суперской стрелой бомбануть. Они промахиваются. Они не учи. Все. Прекрасно. Так, здесь, наверное, что-то у нас получится прикупить, я так понимаю. В нашей школе мы тренируем лучших следопытов в округе. Кстати, мы можем обучить ваших ребят технике метания ножей. Разве есть что-то неожиданнее летящего в тебя тесака? Ух ты. Да, эти ребятушки стоят не кисло, 150 монеточек один. Боец. Так, ну что, давай глянем, что за кузнецы тут стоят у нас. После налета бандитов я смогу продавать экипировку втридорога. Вот только мой сосед вечно занижает цены. А ты куда собрался? Тоже хочешь купить товар подешевле? У этого доморощенного мастера. Ну уж нет, приятель. Ох, ё, сколько вас тут. Это серьезная заявка. Да уж. Сможем ли мы здесь справиться с ними? В
Вот в чем вопрос. Ну-ка, давай его на вилы. Ох ты, жучара. Жук ты навозный. Ну, сейчас начнут мне крестьянинов, да, всех сносить. Бумс по башке. Бумс еще. Один удар минус этот человечек в отряде. Ну ты смотри, а. Хорошо. Так, кузнеца сейчас добьем. Есть. Давай-ка я сюда, наверное, метну. Блин, нас уже шестеро тут осталось. Ну, этому не жить, халабуди. Так, суперским ударом. Да что ж ты... Нормально. Нормально пойдет. Видишь, кузнец завузбухался. Видите ли, что мы пошли подешевле покупать товар. Из-за этого он напал. На тебе. Ну и прекрасно, что я тебе могу сказать. Глянем, что тут по дешевке продается. Я охотник, но иногда торгую экипировкой, которую делаю сам. Странно, что в последнее время никто из покупателей не появлялся. Может, табличку у дороги опять украли? Ох ты. Купить. Купить шляпу. Так, сопротивляемость плюс один. Так, ну что, у нас с тобой только лишь один вариант. Хотя, почему? Подожди секундочку, я сейчас... Сколько у них стоит этот рейнджер? По-моему, 175, да, как раз? 150. Ну что, на бандита пойдем? Это же главарь, я так понимаю, да? Проверим. Вот это да, горстка неудачников добралась до моего лагеря. Отличный повод размяться и заработать тебе новые трофеи. Самоуверенности тебе не занимать. Посмотрим, как ты заговоришь после схватки. Точно. Безжалостный главарь наемников. Но их тут много, а нас всего лишь трое. Так, давай, рейнджер, будем его брать на ножи. Свистни, я бы сказал, куда. О, как мало наносим урона. И как много наносит урона нам. Куда ты? Щеманулся, знает, куда бежать, да? Получается. На тебе. Один удар минус человечек сразу же, да, получается? Ну-ка попробуем помочь. Что заерзал? Сразу заерзал. Так, понял. Хочет меня большинством взять. Так, это ярость. А че он пер... А че он сразу переключился-то? Не понял я. Иди сюда. Так, рейнджеры. Так, ну ему крышка, в принципе. В принципе, друзья, ему кранты. Рассыпался бусурман. Так, этот, наверное, бежит к лучнику, да, я так понимаю? Так, точно. Есть такое дело. Так, отходим. Бомбим. Чтоб тебя... Чтоб тебя черти рвали, да, как говорится. Ну-ка.
вилла ему. На тебе. Ну куда же ты побежал, а? Блин, тут надо так сделать. Все, походу дела, приплыл парень. Да. Ну вот и нет главаря. Проклятие, меня одолел какой-то деревенский выскочка. Но ничего, за мою смерть отомстят по полной. Великий Аракин не любит, когда мешает его планам. Он спалит все ваши домишки лишь одним взмахом своего посоха. Аракин? Кто это? Если он смог починить себе Фрома, то с нами он определенно шутить не будет. Мы должны найти и остановить его хозяина, пока не поздно. Вперед! Режим выживания теперь доступен для вас. Хвала Астралу, мне больше не нужно помогать этим головорезам в их разорительных походах. Долгое время я был в плену и определял ценность редких артефактов, что крали бандиты, но теперь все в прошлом. За магические предметы хорошо платят, и в этот раз Фрому повезло. В доме вашего старосты он нашел действительно редкую вещь. Это же амулет ярости, я помню, как староста рассказывал про него. Нужно просто направить свою ярость и сотворить заклинание. Все верно, юноша. Вот только этот амулет особый. Он был выкован 5 древними королями и скрывает силы каждого из них. Отыщи статуи королей, и ты сможешь открыть все силы амулета. Похоже, сейчас я могу использовать только огненную стрелу. Интересно, какие способности откроются после? Вот тебе и предстоит выяснить, если, конечно, маги Аркина не испепелят вас раньше. Прощай, друг мой. Так, вы получаете амулет ярости с силой огненной стрелы. Угу. Так, неужели с этим еще драться придется? Прогуливать занятия в школе магии довольно весело. Вечно встречаются всякие простаки. Давай-ка попрактикуемся на них в запрещенной магии. Все равно потом они не смогут никому рассказать. Да? Начинающий чародей, не научившийся полноценно использовать магические способности. Так. Ага, огненная стрела. Пока нам недоступна, нужно накопить ярость. Ну куда ты? Хм. Ну-ка, поехали. Чу-чу. Ты ж Жульен. На тебе. Добьешь? Красавчик. Да что ж ты, Ирод, делаешь-то? Ну-ка еще разок. Ага. Добиваем. Практиканты фиговы, да? Прогуливают занятия. Ну-ка давай вот этого. Ага. Так, достаточно ярости. Ну давай. На тебе. Ну все, ему крышка, тут уже ничего он не сделает. Замечательно. Левелап пока нет. Так, это у нас хилы тут уже стоят. О нет, вышли по нашему следу. Успокойтесь, мы не причиним вам вреда. Нам нужен Аракин. Ох, это страшный маг. Он силой захватил древние храмы и с тех пор правит в этих землях. Мы только начали обучение в школе целительниц, когда ее захватили стражники Архимага. К счастью, недавно нам удалось сбежать, и с тех пор мы в страхе прячемся в пустошах. Присоединяйтесь к нашему отряду, и я не дам вас в обиду. Целители к нам присоединились, вот шикарно. Так, у нас уже приличное количество денег, я думаю, что надо пару рейнджеров, наверное, взять. Ну, пару-то не хватит, а вот... Подожди, это не то. А что за лук? 20% урона лучникам. М-м-м.
Так, рейнджер у нас здесь находится. Купить. Что, максималка, что ли, получается? Максимальное количество, да? Ага, везде по максималке. Ну, видимо, у нас лидерства не хватает, чтобы прикупить еще. Так, вот здесь вот на развилочке мы, наверное, и закончим сегодняшнюю серию. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.